В первый месяц текущего года в Бресте количество пожаров увеличилось с 9 до 15 случаев относительно декабря. Из них 6 произошли в жилищном фонде граждан. Поскольку тема актуальна в любое время года, представители Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям проводят поквартирный обход, информируя население о мерах безопасности. Акцент в этой работе в первую очередь делается на жилище одиноких граждан, одиноких пожилых граждан, семей, воспитывающих детей. В рамках посещения жилищ разъясняются основные требования пожарной безопасности, так как ключевой причиной пожара остается именно неосторожное обращение с огнем и человеческий фактор. Разъясняются требования безопасности, рекомендуется установка пожарных извещателей. Но если новостройки сдаются в эксплуатацию с уже установленными извещателями, то в домах, которые были построены ранее, данные устройства есть далеко не во всех квартирах. По статистике, с 2003 года на территории Брестской области именно благодаря установленным пожарным извещателям было спасено 259 человеческих жизней, из них 90 детей. Информацию о том, что иногда маленький прибор может спасти от большой беды, сотрудники МЧС стараются донести максимальному количеству людей. Информация, конечно, полезная, потому что на самом деле бывают случаи, что где-то даже малейшее задымление в какой-то момент иногда просто... Вот даже если особенно дети маленькие, иногда просто забываешь о том, что поставил там кушать, готовить, и куда-то отвлекся, и все. Также жильцам многоквартирных домов рассказали о мобильном приложении МЧС Беларуси «Помощь рядом». Оно поможет сориентироваться и мгновенно найти информацию о действиях в чрезвычайной ситуации. Оповестит о неблагоприятных и опасных природных явлениях, а также содержит функцию звонка в МЧС. Иногда мы уделяем много времени малозначительным вещам и информации, которая нам не пригодится, забывая, что самое важное – безопасность дома и близких. Людмила Лагодич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ.